друзья, подписчики мои, очень хотелось мне поставить эту крутую превью, где я купил целую коробку браулов, но по факту, на самом деле, в этом ролике распаковки коробки не будет, но по факту нельзя было купить в этой акции коробку, как мы покупали сами скрепши 2, но если посчитать, там в коробке 100 штук, то по факту как раз у меня набирается плюс-минус сотни, учитывая те, которые я еще отправил ребятам, учитывая те, которые мы с вами откроем еще в ближайшее время. Так что, в принципе, коробка у нас была, 100 штук у нас есть. Мы собрали, на самом деле, а... вот, кстати, что я сегодня буду с вами делать, чем мы с вами сегодня займемся. Я не, не планировал это делать так. А, не, подожди, давайте мы это сделаем, наверное, не сегодня, а мы это сделаем, наверное, в, 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 в финальном ролике, в таком, в финальном промежуточном ролике про Бравов. Да, вот мы это сделаем там, мы соберем для вас вторую коллекцию, и в том ролике я. Или в этом собрать коллекцию, я просто не знаю, про что будет тот ролик, а. Давайте в этом. Окей, ладно. Собираем вторую коллекцию сегодня. Сделаю склеечку. И, наверное, покажу вам вторую коллекцию, которую я собрал. И постараемся сегодня найти, наверное... И, естественно, эту коллекцию, большую коллекцию. Давайте, ребят, такой предфинальный ролик. пошли уже про Бравлов а, в этом. Вот в начале таких вот моих эмоциях. А, тоже давайте коллекцию разыграем. Поэтому что нужно? Подписаться на канал, поставить лайкос. И написать какой-нибудь комментарий веселый про Бравл Старс. Какой... А, давайте вы мне посоветуете, а, какой Бравлер лучше всего для каждой карты. Вот это будет крутой конкурс, думаю. Все, полетели. Лучшим комментарий я отправлю целую коллекцию. Ну, не целую, а вот получается без, без, без двух. Без Пятеркина и без Сэнди. Если мы найдем две Сэнди, то Сэнди. Если не найдем, то не найдем. Уж это как бы не ко мне вопрос. Итак, вот такая вот коллекция у нас на данный момент есть. Вот такая вот у нас есть, и у нас еще есть 10 штук. Давайте будем, как, конечно, сразу открывать, смотреть, <coughs> что к чему. Будем сразу вам собирать в вашу, мою вторую, вашу вторую коллекцию. Так, вот такая вот гора. Так, ну чего, давайте сразу пойдем, наверное, по порядку, кто нам нужен первый. Так, или не по порядку, ладно. Короче, Фрэнки в коллекцию. Так, Макс в коллекцию. Так, кто это? Я уже, видите, я уже разобрался. <coughs> Джесси, Джесси. Но теперь у меня есть подсказка, можно подсматривать сюда. Дальше у нас вот эту девочку я все время забываю как зовут. Это у нас сейчас скажу сейчас найду сейчас. Я вам все найду. Это Беа-Стрелок. Добавляем ее сюда. Дальше это у нас Пэм поддержка. Тоже нам ее не хватает. Дальше это у нас Спраут, который светящийся, который мифический, который поддержка. Дальше это у нас Шелевой. А подожди, это, это не Шелли, это, это, это 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 кто? Я не вижу ее, ребят А, это Роза Тяжеловес Слушай, кстати, один Тяжеловес заметили? А, нет, Фрэнк Тяжеловес еще Обожаю Розу играть, просто пушка-гонка Так, дальше, это у нас Мороженщик Давайте, это очень долго займет Давайте я кого знаю, того назову Леон Так, дальше у нас Спайк Дальше у нас э, Джин Это, а, это просто Джин, так он называется Не особо они придумали, что-то где-то здесь э, Вот это вот 8-бит вот за этого чувака постоянно меня ругают. Это Карл. А я как-то по-другому называю его. По-моему, я Карл ему называю его. Так, дальше, естественно, у нас а, уникальные. Это Вискас и... И Феликс, 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 Феликс. Где Феликс-то? Ага, вот он. Феликс, конечно, тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать у нас... Пятнадцать! Блин, это мне тут искать и не искать. Так, подожди, вот такого вроде не было. Так. Так, Макс, так, Гейл. Гейл обязательно. Так, Ворона. Ворон тоже пригодится, думаю, вам. Так, кто еще? Вот такой вот парнишка. О, вот такой. И я знаю, должна быть повторка у меня. Еще одного. Сейчас, 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 сейчас. А, вот Колет. Колет, естественно, Колет не было у нас тут еще. Так, и, 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 так, Поко. Поко офигенный, Поко вообще я обожаю. Uh, так, и еще должен быть, который, uh, это Барли, а у нас там еще роботик. Вот, роботик точно знаю, был еще такой. Слушай, а что за роботик? Это Нани, воин. Итого, итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Двадцать два. У нас не хватает розы. Вот сейчас не розы, а этой. Роза есть. Этой не хватает Авроры. Вот она. 23. Это не Аврора, это Пайпер-Стрелок. Так, сейчас я смотрю, кого не хватает еще. Коро... А... Не хватает еще одного Светя... Вот, Пингвин. 24. 24, да? А, а еще Брок-Стрелок не хватает. Все. Брок-Стрелок это у нас 25. <свыкут> да ладно! А нет, есть, есть, есть. Фух, я уже думал нету. Есть брок Стрелок на месте. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двенадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать А кого не хватает? -то? Подожди. Давайте. сейчас быстренько я их разложу, как как, как нам нарисовано, потому что так тоже. Про... А Шелли Шелли еще не хватает. Шелли 25, Сейчас найдем. Шелли была, вот. Шелли 26. 26. -я. Так, это у нас Джесси. Это у нас все с первой страницы. Сейчас мы разложим. Быстренько. Так, Барли. Так, вот это. Так, ПМК. Так, так Фрэнк. Так, Джесси. Так, вот это. Так, Аврора. А затем у нас мифики пошли. Джин, это... Вот это Макс. Потом Пингвин. Пингви, пингви, я люблю. Киндер-пингви, я люблю. Киндер-пингви, 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 я люблю. А вы любите Киндер-пингви, кстати? Так, стоп, спокойно, что-то запутался. Спраут, вот это, вот это. А кого же не хватает? Подожди, вот это. Так, у нас получается Леон, Ворон, Спайк. Раз, два, три. А! Как я мог ее пропустить? Ну все, да, вот она, 27-я, это у нас. Нет, была, была, была. Ща, подожди. Да не может быть такого. Да была. Джеки. Джеки, Джейси, вот я их постоянно путаю. Еще есть. Кого я постоянно путаю? Джеки, я путаю. А, Сэнди. И еще вот одна есть у них. Джеки Сэнди я получаю. А, Джеки Сэнди и Б. Вот их постоянно... Подожди, а где же Джеки тяжеловес? Ребята, у нас нету Джеки. Еще одной, да не может такого быть. Неужели у нас получается... Подожди, она розовая. А из розовых... А, нет, нет, вот есть. Все, получается, друзья мои, две коллекции я собрал. На самом деле, тут даже, наверное, я бы сказал, еще одна есть. Но там все-таки кого-то уже будет не хватать. Ну что ж, и предлагаю открывать сегодня еще 10 бравлеров. Может, найдем вам, а может, найдем и мне. Может, и мне и вам было бы кру круто. А может, и пятеркин. О, смотри, как интересно получилось. Ее не хватало, и вот она, пожалуйста, выпадает. Так, ну это повторка, это у нас есть. Давайте дальше. Так, это у нас 8 бит тоже есть. К сожалению, увы, и ах, увы, и ах, увы, и ах так -с. О, ворон, плюющийся кислотой. Дальше. О, брок-стрелок, кстати, получается, вот, это третий брок-стрелок, у меня их всего два. Так, кто здесь? О, Карл Воин, Карл Урбан. Может, я его Карл Урбан называю, поэтому выбить? Да это же актер, Карл Урбан, прекрасный актер, мне нравится. Так, это у нас кто? Мистер Спайк Саймон. Так, дальше, 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 дальше. Дальше опять Аврора. Не Аврора, а Пайпер-Стрелок. Почему Пайпер-Стрелок? Я не понимаю. Что за прикол такие у них? Ребята, остаются три штучки. Давайте закатываем, заг заг загадываем желание, чтобы я нашел. Я не понимаю. Я видел других блогеров Сэнди просто дофига. У них реально больше, чем Сэнди, больше, чем у меня любых других. Я не понимаю, почему нам не везет реально Сэнди. Я бы еще понял, если бы нам не везло на какого-нибудь другого, там светящегося или типа того. Но у нас всех полно, всех по два, по три, по шесть, а тут не хватает. Друзья, снова Спайк и вот еще один. И все. Бррр, и снова Бея. Я в шоке, ребята. Мы сегодня снова коллекцию не собрали, поэтому эта коллекция половинчатая вам. Давайте так, я найду. Давайте так, вы соберете а, 3000 лайков под этим роликом, я сразу же разыграю коллекцию. Вот, а, но если я, допустим, в ближайшее время найду... А как ее зовут, господи, забываю, Сэнди, то тогда отправлю вместе с Сэнди. Если не найду, победитель скажет, типа, отправлю так, ну и окей, отправлю так. Вот, вот такое у нас сегодня было видео, подпискал. ставьте лайки, целая коробка 100 штук, в принципе, собирается 2 плюс-минус 3 коллекции, но, к сожалению, ни вот э, Сэнди, ни пятерки на не хватило. С другой стороны, это была покупка в разных местах, возможно, я себя купил сразу в одном месте коробку, то результаты были бы другие. Но при этом, все-таки, я думаю, что если вы, в одном месте коробку купить нельзя, потому что их привозят по несколько штук, сразу на кассу, то когда приходишь, уже все открыто, уже как бы все, коробка раздеребена. Все, подписка, ставьте лайк, ставьте, всем пока-пока.